Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Алексей Шаров, я представляю стоматологический магазин «Ромашка». И сегодня хотел бы провести для вас вебинар, посвященный происхождению компонентов, используемых при производстве средств «Фитоден», а также правилам приготовления и свойствам каждого из продуктов торговой марки «Фитоден». Настоящий видеоролик предназначен для врачей-стоматологов всех специальностей, а также студентов стоматологических, медицинских, фармацевтических учебных заведений, старших курсов и профильных факультетов. Стоматологический магазин «Ромашка» производит на базе компании «Фиталон» высококачественную продукцию торговых марок «Фитодент» и «Фитодент Периогель» для ухода за полостью рта, профилактики стоматологических заболеваний и применения после хирургических операций в полости рта на этапе восстановления. Продукцию используют опытные и квалифицированные врачи после клинических манипуляций и на приеме, а также здоровые люди для ухода за полостью рта и при различных состояниях. Мы предоставляем как разработчики продукции «Фитодент» и научные исследователи свойств, эффективности, безопасности, мы предоставляем качественную информационную, консультационную и клиническую поддержку всем пользователям и заинтересованным аудиториям. Продукция производится из отечественного сырья на территории Российской Федерации по оригинальным прописям и практически исключает использование зарубежных компонентов и технологий. Первое видео посвящено компонентам «Фитодент», называется оно «Фитодентология-1». Раскрывая свойства компонентов и уникальных комбинаций основ нашей продукции, мы обнаружили, что действительно все они вместе способны влиять на регенерацию. С большой гордостью хочется сказать, что производится это все в России, и с большим вниманием и любовью мы любим наше и точка. Растительные компоненты «Фитодент». В состав продукции «Фитодент» входит несколько растений, в первую очередь это ламинария, бурая водоросль, которая произрастает повсеместно на территории земного шара. Она содержит большое количество различных активных компонентов и действует мультинаправленно. Из нее извлекают витамины или соли альгиновой кислоты. Альгинат натрия мы можем встретить как гемостатическое средство при производстве стоматологических медицинских нитей, губок и так далее. Применяется достаточно широко альгинат натрия. Витамин Е доказал свою эффективность с момента открытия и является достаточно мощным антиоксидантом, а молекула его встраивается в структуру фосфолипидов. Витамин К является достаточно мощным гемостатическим средством и повышает свертываемость крови, а также участвует в метаболизме костей. Также в составе используются вытяжки и экстракты хвойных растений. В первую очередь это сосны обыкновенной. Здесь применяется и хвоя, и живица, и семена. И делается достаточно многокомпонентный экстракт. Это пихта сибирская. Мы используем пихтовое масло как компонент при производстве, который обладает достаточно широким спектром различных биологических эффектов. И ель обыкновенная, которая также содержит много активных компонентов, применяется достаточно давно и обладает очень мощным антисептическим, антиоксидантным и иммуностимулирующим действием. Компоненты, которые входят в состав хвойных растений, это каротиноиды, конечно же, и провитамины А, и вместе способствующие кератопластическому эффекту, кератолитическому, улучшающие обмен и трофику слизистой оболочки полости рта. Это каротиноиды, ликопин, лютеин, зеаксантин, которые обладают мощным антиоксидантным действием, антигипоксантным. Они участвуют в снижении перекисного окисления липидов и дезактивации активных форм кислорода. Лютеин и зеаксантин – это природные пигменты, относящиеся к группе ксантофилов, которые обладают мощным антиоксидантным действием. Также в состав хвойных растений входит аналогично ламинарий, витамин Е и витамин К. Витамин Е уменьшает агрегацию тромбоцитов
Ну и в стоматологии применяется достаточно давно и широко при сухости слизистой оболочки, травмах, эрозии, гингивите. Витамин К улучшает питание и кровоснабжение, уплотняет десны и снимает кровоточивость. Из травянистых растений в состав входит шпинат. Он является источником производства хлорофилла, одного из активных компонентов всех средств линейки Фитодент. Хлорофилл улучшает питание и трофику тканей и доставляет кислород, который необходим при обменных процессах. Крапива также является источником хлорофилла. Но она одна из лидеров в производстве очищенного хлорофилла для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. В стоматологии крапива также давно заслужила внимание и применяется при стоматите, гингивите. В технологическом процессе мы стабилизируем молекулу хлорофилла медью и получаем по факту натрий-медь-хлорофиллин. Более устойчивый комплекс. Хлорофилл также давно известен для применения внутрь в составе различных средств. Это лечение различных форм гингивита, стоматита, устранение воспаления десны и слизистой. Из персика производится персиковое масло, которое является жирорастворимой основой для масел Фитодент. Это одно из трех медицинских масел, которое также используется для инъекционных препаратов. И осина, богатая комплексом различных соединений. Мы познакомимся со всеми группами сегодня. Это вещества различного направления действия, но в сумме своей они обладают очень мощным антисептическим действием, к которому не возникает привыкания. В первую очередь это минералы, которые улучшают активность ферментных систем, способствуют метаболическим процессам. Они влияют на различные направления, на обмен костной ткани. Цинк входит в состав более 300 ферментов, которые участвуют в различных обменных процессах, процессах дыхания. Это органические кислоты, насыщенные и ненасыщенные, в том числе незаменимые, которые применяются уже в медицине достаточно давно. И вот этот комплекс органических кислот позволяет обеспечивать обменные процессы, являться субстратами для обменных процессов, участвовать в синтезе противовоспалительных компонентов и провоспалительных компонентов, регулируя тем самым различные стадии воспаления и восстановления структур, их репарации, регенерации. Лауриновая кислота, например, эффективна против Streptococcus mutans, главной причиной образования кариеса, который повышает вязкость биопленки и зубного налета и тем самым способствует дальнейшей контаминации и развитию патологического процесса. Полиненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6 являются незаменимыми. Они также собирают на себя активные радикалы, но и являются субстратами. Большое количество органических соединений, витаминов, а также органических кислот входит в состав экстрактов осиновой коры. Витамин А, он участвует в обмене и способствует нормализации состояния десны и слизистой, улучшает пластические процессы. Витамин С является мощным антиоксидантом, это незаменимый фактор, который влияет на тонус сосудистой стенки, улучшает питание и трофику пародонта. Органические кислоты применяются как антисептическое фунгицидное средство. Яблочная кислота, она участвует в реакциях синтеза проферментных структур и активирует механизмы выведения излишков жидкости из организма. Различные активные компоненты, как, например, салицин, является мощным антисептиком, это кератолитическое и кератопластическое средство, ну и в медицине он применяется при воспалительных и инфекционных заболеваниях, является мощным антисептиком, к которому не возникает привыкания. Популин также один из органических компонентов коры осины. Популин является уникальным соединением всех растений рода тополь, к которому относится также осина, это тополь дрожащий. Обладает мощным антисептическим противовоспалительным действием. Метилсалицилат давно известен, и один из аналогичных препаратов, это, конечно же, ацетилсалициловая кислота. А саликартин, он является ранозаживляющим и антимикробным средством. Поэтому вот этот комплекс уникальных соединений коры осины нарушает проницаемость клеточной стенки бактерий, которая есть у всех бактерий, кроме микоплазмид, но они не участвуют в патологических процессах полости рта. Дубильные соединения, которые представлены в широком объеме, конечно же, обладают также дубищем и
антисептическим действием. Они тоже нарушают проницаемость клеточной стенки бактерий. За счет этого жизнь клетки бактерий просто останавливается. Поэтому везде, где присутствует комплекс экстрактов осиновой коры, он обладает антисептическим действием, при этом к нему не возникает привыкания, поскольку бактерии не способны адаптироваться к нарушению проницаемости клеточной стенки, ну а клеточную стенку они также не могут с себя сбросить, поскольку это неотъемлемая часть клетки бактерий. Химические компоненты, входящие в состав продукции фитодент. Мы используем чистые субстанции, фармацевтически стандартизованные. Комплекс аллантоина с пантенолом – это уникальная комбинация, которая способствует двум эффектам. Это кератопластическое действие, то есть слущивание омертвевшего эпителия. Уникальный комплекс аллантоина с пантенолом способствует кератолитическому действию, слущиванию омертвевшего эпителия и освобождению поверхности, а также кератопластическому, репарации и регенерации, восстановлению слизистой.